dvhub.ru. Я участвую в этих соревнованиях первый раз. Я заняла 4 первых места, одно второе, одно третье. Мне очень понравилось. Я участвую в этих соревнованиях первый раз. Заняла 4 первых, одно третье и одно второе. Скажи, а что самое волнительное в соревнованиях? Ну, стоишь на старте, боишься, потом уже будешь делать форсаж. Или не так увернуться.